Приветствую всех любителей Imperium Galactic Survival, также всех любителей Imperium Galactic Survival игры в сетевом режиме. Итак, что я вам хотел сегодня рассказать? Я вам когда-то говорил, то, что я ползаю по серверам и хочу найти более-менее адекватные сервера. Я нашел более-менее адекватных сервера 3. Один мой, сейчас он в альфа-тесте, вот он G43. Давайте-ка в него зайдем, я вам вкратце про него расскажу. Знаете, вот каждый человек из вас, кто играл в Империум, сталкивался с несколькими проблемами. Первая проблема. Я хочу целый данжик. Я хочу эпическое оружие. Я тоже этого хочу. На некоторых серверах это практически невозможно найти. Хотя почти на всех это невозможно найти. Что тут уже о чем говорить. Прилетаешь на планету, целуешь просто разобранные строения и все. Здесь эта проблема решилась. Вводом вот такой вот системки. Планета вайпается раз в неделю. Планета полная данжа. Можете собрать все до 80 видов эпического оружия. Спокойно. Базы на лунах стройте, пожалуйста. Обороняйтесь. Развлекайтесь. Центра планеты стартовые. Две ПВП планеты. Вот раз планета. Вот два. Вот третья. Это ПВЕ планета третья. От планет стартовых... У вас прыжок идет сразу в ПВЕ зону, чтобы вы могли там оставить ресурсы на более мелком корабле, полететь вот по этому космосу, вот 4 примера здесь планеты, полетать, пошаркаться и набрать ресурсов. Это центральная планета, где есть все виды ресурсов. Хотите там попробовать устроиться жить, ради бога. Здесь везде все одинаково, от каждой как бы планетарной системы. 4 планеты со всеми видами ресурсов. Развлекайтесь, наслаждайтесь. Зона для хранения ресов есть. Планета данж громадный. Тоже есть. Астероидные пояса с данжами тоже есть. Просто астероидные пояса без данжей. Слушайте, здесь вроде таких нет. Так что пушечный огонь алиеновских пушек вы можете как бы встретить практически везде. И в чем основной прикол этого сервера? Когда он будет запущен, здесь будет довольно-таки интересно. Одна интересная вещь. Видите, что повторяюсь. На всех серверах, которых вы играли, которых я играл, все строения ванильные. То есть они все стандартные, там, ну, короче, там с ними, как говорится, не очень-то интересно, там, ну, дырку просверлил и все. На этом сервере здесь таких строений не будет. Почему не будет? Да потому что здесь все строения заменены. Ну, возможно, вы встретите, конечно, базу дронов и все. Остальные строения здесь полностью... виды изменены, полностью модифицированы. От кошмарных до убойных. То есть здесь нет практически ничего ванильного. Здесь довольно-таки это интересно. То, что ванильного здесь нет. В некоторых данжах есть секреты. Данжи все, они по виду могут быть похожими, но могут различаться как бы по внутренним особенностям, по внутренним спрятанным секретам, по внутренним как бы функциям противника. Здесь игроки сами делали эти данжи, алиновские. То есть они здесь будут вставлены. И администраторы также некоторые делали его. Так что это все будет здесь вообще. Вот увидите, полетаете. Что здесь может быть? Но я сразу предупреждаю. Правила на сервер действуют для всех. Не селитесь, пожалуйста, дорогие друзья, бляха-муха, в NPC-строениях. Админ сразу написал. Заселение в NPC в строениях, он просто его удалит. Так что если кто-то кого-то найдет где-то, можете писать админу, он это удалит. Не надо селиться в них. Ну, насчет этого вообще-то еще можно будет поспорить. Как бы здесь идет в чем расчет, чтобы вы понимали. Здесь, к примеру, если на планете никто не живет, у админа это отображается, он ее перевайпывает, если там заседан же зачищен. То есть он ее перевайпал, вам, пожалуйста, он новый игрок прилетел, эту планету начинает там шаркаться по новой. Ну, по сути, он не может этого сделать, пока там хоть кто-то числится живым. Но если игрока долго нету, а так как в NPC-данжах если поставить ядро, оно там может до пенсии храниться, то есть здесь зона очистки 21 день непосещаемых структур. Если поставить ядро в NPC-данж, там оно до бесконечности длится. Как-то так. Так что не советую строиться в NPC-данжах. Не рекомендую никогда. Ну, про этот сервер я вам основное сказал. То есть,
NPC данжи здесь все переделаны. Планета данж здесь есть. Астероидные пояса с данжами здесь есть. Планеты, на которых есть все ресурсы, здесь есть. Здесь самый этот лучший, извините. Я не скрою, это самый лучший сервер вообще, который я встречал. Это единственный сервер, который старается видоизмениться. Осталось еще только как-то уговорить админа, чтобы он сделал планеты частного типа. Потому что некоторые игроки из вас, скорее всего, хотят просто себе планету, которая будет отделена от космоса. И просто, к примеру, с вашей планетой был прыжок в одну сторону. Чтобы вы могли там вытворять, что хотите. Или как изначально хотелось сделать, я бы хотел, чтобы сделано было. К примеру, вы берете у админа за ресурсы сервера, снимаете планету. Там на планете есть сервисы, там, к примеру, там, не знаю, стоит ли туда вешать, хотя вряд ли стоит. На планете есть сервисы, вы там одну неделю-две спокойно развиваетесь, потом эта планета открывается для PvP режима, если вас там полностью выносят, выкапывают ресы админы и просто перевайпывают. А там, к примеру, платится абонементская плата. К примеру, 5-7 человек, если вместе соберутся, я думаю, там, не знаю, какая вот ценник, там 1000 рублей, думаю, не очень-то будет сложно содрать. Вот только осталось админа уговорить на это. И будет вообще прекрасно. Я был бы вообще, знаете, вот против такого абсолютно за. Потому что мы бы собрались и там скинулись на две планеты, бы арендовали, и пошло все нафиг. Вот чего бы я хотел, если честно. Но надеюсь, это админ сделает. Я только на эту слюнки сейчас и пускаю. Что ж, давайте-ка пробежимся ко второму серверу. Второй сервер, на котором я тоже залип, так сказать. HRV5. Загрузимся. Так, сервер это тоже довольно-таки любопытен. Отличие его от первого сервера. Сейчас загружусь. Отличие от первого сервера. Это количество, планет. Здесь их очень много. Второе отличие. Выход с PvE зоны только в PvP. То есть за сквозь зерейство вы можете найти только в PvP зоне. Вход в PvE зону раз в неделю открывается. В случайном порядке. Есть ли здесь планета данж? Знаете, я на видео даже показывать ущербную планету не буду. Планета здесь есть. Вот это вот. Contrasted Planet. Это планета так называемая данж. В чем прикол этой планеты? Слушайте, я там нашел только одну базу дронов. И со всех баз, которые там зачистил, нашел только 10 ядер. Все. Это пик. Знаете, этого мало. Как бы раз в неделю такое вот. Мне не очень-то прикалывает, но да ладно. Планет здесь много, ресурсов на планетах тоже много. Планеты здесь, вот звездные системы, передвигаются постоянно, каждый день. В общем-то, маршруты пути меняются к разным планетам. На сервере бывает, народу... этот сервер изи, так сказать. Вот это выражение сейчас что-то мне впоролось в голову. Уж извините, что повторяю за кем-то. Он легкий сервер. Здесь вам дают сразу эпический пистолет, достаточно патронов, боеприпасов. В общем-то, здесь развиться не так-то сложно. Ради бога, развивайтесь, веселитесь, наслаждайтесь. Что здесь вайпается? Земля с Луной. Contrasted Planet, конфликт зоны и астероидные все пояса. То есть, набрать сайт я здесь проблем вообще не составляет. Я тут раз в неделю вот по астероидным поясам прокатываюсь. Правда, хреновую гору пентоксида трачу примерно на 200. По всем астероидным поясам прокатываюсь и набираю все сати. Примерно 4 ящика за часа 4. Ничего сложного нету, я вам скажу. Абсолютно. Итак, вот про этот сервер HRV5 я вам рассказал. Интересный, дорабатывается. По поводу правил. Этот сервер с G43, не помню, говорил или нет. У них есть одно стандартное правило. В PvP зоне... творите, что хотите. Кроме как заселение в NPC-структуру, я вам говорил почему. В PvE зоне вы обязаны соблюдать правила во всех стартовых локациях. Тут не ставить пушки возле ресурсов, не закрывать ресурсы другим игрокам. Это стандартное правило, что на этом сервере, что на том. Будете так делать, будете получать нам по голове. Это касаемо PvE зон и стартовых планет. Насчет PvP планет здесь правила толком нету. Тоже нет, что ни на одном сервере, что ни на втором. Читерите, богоюзите. Читерите, тоже. Сильно читерить не надо, но если вы нашли что-то богоюзное, к примеру, вот пушки в воде спрятаны, я всегда говорил,
Пушки в воде нашли спрятанные. Можете против них использовать другой баг. Здесь это разрешено. Что на этом сервере, что на другом. Это как бы админ ничего против не скажет. Вот сервер HRV5. На, кстати, это мой кораблик. Я вам его еще не показывал. Это боевой корабль я сделал. Ней. Так, сейчас я отойду. Главное не убиться здесь. Вот этот кораблик я себе сделал. Покрасил его, затекстурировал. Довольно-таки такая неплохая фишка получилась. Стандартное количество вооружения. И потом если... Ну сколько он тут? В бою против трех нормально держит. Но надо еще его немножко подработаю. Если потом Steam выложу. Это не столь специфично пока. А, да, мой истребитель. Да, выглядит, я соглашусь, выглядит дебильно. Но знаете, вы соберите истребитель, который в лоб выдержит 5 зарядов арты и около 25 ракетниц. Ну, тот уховер, сколько у меня там. 25 залпов по мне дал с ракетниц 4 штук. И 5 я выстрелов арты схватил, пока думал, что это там такое летает. Никак понять не мог. Ну ладно, бывает. Сервис здесь рестартится каждые 4 часа. Кстати говоря, и за 5 минут, желательно перед рестартом сервера, не забывайте выходить, пожалуйста, дорогие друзья, с игры. Иначе вы можете оказаться на земле, ваш корабль в километре или больше. Или куда он там улетит. Вот так вот выглядит мой кораблик. Такой более-менее боевой. Да, он без огорода, но с холодильником. Что это боевой корабль, я не хотел огород ставить. Потому что у меня этот огород, знаете, я... В одиночке так бляха его насобирался. Это кто смотрел, тот знает, что мне дальше уже ехать. Крыша и просто тупо едет. Ладненько. Теперь самый последний сервер. К сожалению, он мне тоже нравился, но он дорабатывается. Это сервер СПБ. Сервер хороший. Но вот проблема этого сервера в том, что это раньше был полностью ПВЕ сервер. То есть... Его с ПВЕ перевезли в ПВП, не подумав ни о чем. В итоге, когда пришла фракция Red, она половину нафиг сервера вынесла, даже большую часть. По сути, здесь интересная предыстория была. Кому интересно. Так, а кислород-то у меня есть с собой? А кислородик. Я, походу, кислорода с собой нету. Серьезно, что? Да вы прикалываетесь. Сейчас проверим здесь. Секундочку. Основной прикол этого сервера... Есть. То, что он раньше был ПВЕ. Потом перевел в режим ПВП. Блин, вон корабль. Ладно. Почему из него ушла фракция ВМ? Слушайте, я не знаю. То ли вот люди, с которыми разговаривают, тупые полностью, то ли они там на своей волне. Когда был вайп планеты Терры, не было никакой информации. То, что там шкипер об этом знал, это никого не волнует. Я спустя 8 дней зашел, меня не было, я за форумом следил. Вайпнута была планета. На эту планету было потрачено людьми, почти 12 человек потратили на нее, считайте. Новогодние все праздники. То после такого бляха-муха останется на этом сервере. Это кто был на этом сервере, тут поймет это. Я сожалею, конечно, что мне не пришлось повоевать с фракцией Red. Хотелось очень сильно. Но, ребят, извините, вот после такого свинского вайпа, ну, народ весь ушел. Вы сами вот подумайте, вы будете вот все праздники свои тратить, а потом хлоп, и такую подножку сделают. Этого просто никто не вынес. Мне на этом сервере достались ресурсы все на халяву. То есть мне ребята спонсировали, я в свои бышки поставил. Так как я занимаюсь обороной, в основном я знаю, как она работает. Уже не раз ее проверял. Вообще здесь довольно-таки интересно было раньше. Ну а сейчас админы начинают вайпы. Вот то есть вот этот вот Space, это раньше были лавовые планеты. Они были удалены. Почему? Да хрен его знает почему. Я так и не понял. Вайп Корусанта... Его объявили. Молодцы. Вайп островов их собираются удалять. В чем прикол сервера был? Ну, извините, что я повторяюсь так. А в том, что здесь, если вы собираете фракцию больше 10 человек, то вам администраторы делают вашу планету с двумя лунами. Личную планету, частную. Ну, а толк от этой частной планеты, если здесь негде хранить ресурсы.
Также мне там сервер до сих пор не нравится то, что здесь до этого не было ограничения по орудию. То есть здесь любят игроки летать на кораблях, где много пушек. Они любят этим хвастаться, они чувствуют себя защищенными. Но, как бы знаете, я уже на двух серверах у предыдущих очень хорошо убедился в одной вещи. То, что ограниченное количество вооружения заставляет игрока любого очень интересно задуматься. Задуматься в том, как разместить пушки, как их защитить, как сделать так, чтобы были защищены вы со всех сторон. Многие игроки не любят это думать. Напихали пушек и все. Начинают рассказывать сказки, как они там математически считали. Нифига тут математических подсчетов нет. Корабль в виде конуса, блин, и напичканный пушками. Просто на ступеньках. Это бред с ВКБ. Это никакой фантазии, никакого ума. На всех серверах также я встречал проблему в том, что все вы используете стимовские стандартные корабли. Друзья мои, но стимовские стандартные корабли, пожалуйста, вы хотя бы если переносите ядро с кабины управления, вы не ставьте его определенно сзади полностью. Ну, потому что это глупо. Ракеты, которые летят зад, они спокойно вам это ядро выносят. Потому что у ракеты есть такой баг, то, что они облетают корабль и долбят ему, как говорится, по заднице. Ракеты, то есть, настраивают, кто настраивает на ядро, тот правильно делает. Потому что они вынесут это ядро, ну, залпов 15, все. У вас ядра не будет. Это так, как бы предисловие, но да ладно. Сервер этот, да, он видоизменяется, стараются там что-то делать. Но я не знаю, что они там сейчас делают, потому что мне уже страшно заходить тут реально, знаете. Я потому что как раз вот до вайпа этих лавовых планет я хотел пойти поселиться на лавовой планете с большой гравитацией, чтобы ко мне туда никто не летал. Это хорошо, что я туда не полетел, потому что оно было вайпнуто. По поводу эпического оружия, здесь его вы фиг где найдете. Планета дальше это... если я правильно помню, Настрома вроде бы. Планета Данж, вот эта вот, она полностью очищена. Ее даже не перевайпывают. То есть планету Данж здесь не перевайпывают. Пардон, вертолет пролетал. Вообще, сервер изначально мне так понравился, но очень много недоработок. ПВЕ-зона для хранения ресурсов абсолютный просто дебилизм. Это вход в одну сторону. Хотите туда, летите, там живите, копайте ресурсы. Ребята, а ничего то, что я, бляха-муха, могу в эту ПВЕ-зону полететь, накопать там хренову тонну ресурсов, построить себе хренову тонну корабли и просто фрешстартом вернуться обратно, всех нагнуть. Сделайте уж ход туда-обратно. Чего вы голову людям парите? Достали уже, блин. Неужели это админы не понимают? Я им это раз 20 говорил. Пофиг феники. Либо вход туда-обратно, либо вообще не вход. Это со стартовых локаций? Да, пожалуйста, вход в одну сторону. С других локаций, блин, делайте уж нормально. Не парьте ни себе, ни людям голову. Ограничения можно поставить, в конце концов. Одна база, один капитал. Все. Даже по блокам здесь можно ограничения поставить. Типа это никто не знает. Ну да ладно. Как бы это я вам вот рассказал. Два сервера основных с доработанными правилами, более-менее адекватными. И вот сервер еще питерский. К сожалению, ему надо, возможно, к версии 6.0 еще будет адекватно работать. Там нормальными правилами. Потому что здесь правила, они каждый раз видами изменяются. Меня уже тошнит от этого. То это можно, то это нельзя. То это можно, то это нельзя. То теперь это нельзя, это можно. В общем, я буду ждать. Пока это все не вайпнется. Чтобы не убрали все эти корабли имбовые. И чтобы люди не почувствовали себя равными со всеми. А то один человек здесь любит нагибать 20, потому что у него большой кораблик. Тошнит меня от этого. Ну что ж. Кому понравилось, ставьте лайки, комментарии, опросы оставляйте под видео на YouTube. Сам был Черный Металл, и это было обзор серверов, которые я смог найти более-менее адекватных. Самые интересные два сервера, которые я вам дал. Один из них работает аж РВ сейчас, второй пока тестируется. Ну, это неделя-полторы, он еще будет тестироваться. СПБ-сервер, я не знаю, что там творится. Я ничего не могу по нему сказать вот абсолютно. Вот, скорее всего, могу вам порекомендовать только после вайпа туда заходить, когда наконец-то все начнут по новой и будут все уже правила хоть определены. Потому что это дурдом солнышко какой-то, который вот мне уже начало тошнить. Ну что ж, всем удачи, дорогие друзья. Всем пока. Вопросы, комментарии оставляйте под видео на YouTube.